В Талдыкургане в рамках программы «Рухани Жангару» стартовал буккроссинг проект «Жетису. Край книголюбов». В городе открыты три точки свободного книгообмена. Книжные полки установлены в местах отдыха горожан в парке «Жастар», на Арбате, а также на набережной реки Харатал. На первых порах книжный фонд буккроссинга составляет 600 книг, но он будет постоянно пополняться, заверяют организаторы. Согласно идее проекта, люди могут свободно брать книги с этих полок, оставляя взамен другие из личной библиотеки. Кроме того, они могут оставлять свои отзывы о прочитанном. Буккроссинг – это общественное движение книголюбов, действующее по принципу социальных сетей. Его главная цель – привить любовь к чтению. Теперь я часто буду сюда приходить и буду советовать своим друзьям, родственникам, чтобы все читали и узнавали больше интересных